Накануне в Москве экстренно госпитализировали звезду фильма «Тихий Дон» Людмилу Хитяеву. Привел актрису к больничной койке бытовой несчастный случай. Травму Людмила Ивановна получила у себя дома. Казалось бы, она просто споткнулась и упала. Однако все оказалось намного трагичнее. Специалисты, которые госпитализировали актрису сразу после сильнейшего падения, заверяют, что в этом случае престарелой знаменитости нельзя терять ни минуты. Как выяснилось, 92-летняя Хитяева находилась у себя дома, как в какой-то момент неудачно оступилась и при падении ударилась головой. Сейчас за состоянием звезды советских экранов тщательно наблюдают нейрохирурги. Однако врачи переживают о том, как отразится на ней полученная травма. Дело в том, что любое потрясение может серьезно сказаться на здоровье актрисы. Но заметны ли изменения уже, никто не уточняет. Тем временем, уже на утро после сильнейшей травмы, артистку Людмилу Хитяеву, получившую травму и доставленную в субботу в НИИ имени Склифосовского, отпустили домой лечиться амбулаторно. Об этом сообщил источник ТАСС в окружении артистки. По его словам, Хитяева отказалась от госпитализации, ее привезли обратно домой, откуда и забрали ранее в госпиталь. Ее бывший муж Валерий Леонтьев сообщил, что у нее синяк, она сильно разбила лицо, но чувствует себя удовлетворительно и оставаться в больнице не хочет. Директор гильдии актеров кино Валерия Гущина, которая сообщила о травме Хитяевой, также рассказала, что у артистки в понедельник день рождения. Коллеги хотят ее поздравить с цветами и фруктами. Известно, что ранее Людмила Хитяева не обращалась за помощью к медикам. Она ведет здоровый образ жизни, занимается по утрам зарядкой, иногда может позволить себе чашку кофе. А своим секретом долголетия знаменитость называет огромную любовь к жизни. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!